Здравствуйте, дорогие зрители! От всего коллектива нашего учебного оздоровительного центра и от себя лично я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть Новый год принесет вам и вашим близким счастье, крепкое здоровье, благополучие и хорошее настроение. Уходящий год подарил нам немало достижений. В висцеральной практике все больше и больше набирают популярность по всему миру. Для специалистов нашей клиники год оказался плодотворным и принес немало положительных результатов. Выздоровление населения. Благодарим вас за доверие к специалистам нашего центра. Благодаря вам мы стремимся к большему и уверенно вступаем в новый 2020 год с новыми планами и огромным желанием помочь тем, кто в этом нуждается. В уходящем году мы запустили наш YouTube-канал, на котором уже более 60 тысяч подписчиков. Спасибо вам за интерес, проявленный к нашей теме висцеральных практик и практик оздоровления организма. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь, кто еще не подписался. В новом году вас ждет много интересных выпусков, лекций и интервью. Кроме канала, вы можете следить за нашими новостями в социальных сетях. Также в этом году мы запустили новый сайт. Чтобы найти нас, просто наберите в интернете agulov.com и обратите внимание, что наша компания сменила название. С названием «Предтеча» мы прошли достойный путь длиною в 25 лет и достигли отличных результатов. С новым названием «Агулов Центр» мы вступаем в новый этап нашей деятельности и планируем пройти этот путь так же успешно и с максимальной пользой для вас. У нашего центра несколько направлений. Клиника, где наши пациенты проходят различные оздоровительные процедуры. Академия, где наши аккредитованные преподаватели проводят обучение. Обучают различным методикам. И, дорогие друзья, по многочисленным просьбам, с января 2020 года наша Академия начинает проводить онлайн-обучение. В онлайн-обучение будут входить семинары из образовательной программы, а также новые интересные проекты по здоровью. Также на сайте вы сможете просмотреть наш интернет-магазин с проверенными нами товарами для здоровья. Ассортимент будет регулярно пополняться новыми интересными товарами. Мои книги, качественную очищенную соду, которую мы планируем выпускать, все это можно будет там приобрести. Да и не только эти товары, которые я перечислил. Если меня сейчас смотрят члены нашей профессиональной ассоциации, хочу вас обрадовать, что у нас в планах на 2020 год запустить для вас специальный сайт. Это портал, где будут собраны полезные научные материалы и статьи для вас, которые помогут вам в вашей работе с вашими пациентами, ну и, естественно, в продвижении вот нашей темы далее. Мы проводим семинары не только в Москве, но и во многих крупных городах России, в ближнем и дальнем зарубежье. В этом году семинары прошли в 10 странах мира. Наши специалисты несут философию здорового образа жизни и обучает методике, которая позволяет каждому сохранить свое здоровье. Также, овладев методикой и получив диплом о профессиональной переподготовке, вы сможете начать свое дело. Каждый год появляются новые запросы на проведение обучения моему методу и другим авторским методикам. И первые семинары, которые пройдут в начале 2020 года, это 15 января город Грозный, 25 января Нур-Султан, и 17 февраля мы встретимся со слушателями в любимом всеми Санкт-Петербурге. Буду рад видеть вас на моих семинарах в этих городах. Контакты организаторов будут в описании к этому видео. С учебным планом семинаров на 2020 год вы можете ознакомиться на сайте Академии. И, конечно, передаю большой привет и поздравления всем нашим специалистам, коллегам, членам ассоциации, друзьям, всем, кто поддерживает нашу ассоциацию и то дело, которым мы занимаемся. Основная наша задача – это укрепление здоровья нации. Желаем вам крепкого здоровья, успехов и дальнейшего профессионального роста.
Желаю нашим специалистам постоянно развиваться, приумножать свои знания, брать лучшую, полезную информацию и использовать ее в своей работе. И, конечно, делиться опытом. Для этого мы проводим конференции и планируем их проводить в будущем. Мы создаем отличную площадку для возможности каждому думающему специалисту поделиться личным опытом и заявить о себе. Наша Академия не стоит на месте. В следующем году у нас запланировано множество интересных обучающих семинаров. Мы пригласили лучших преподавателей оздоровительного направления, которые готовы поделиться своим опытом и отдать знания, накопленные ими годами, для повышения вашей квалификации. Прошу обратить ваше внимание. Преподавать свою методику я доверяю лучшим моим ученикам. Обучайтесь только у аккредитованных специалистов, которые указаны на нашем сайте Академии. Не стремитесь к легким путям. Дорогие друзья, и мне очень интересно и важно узнать ваше мнение, какие направления больше всего интересуют вас. Вы можете написать об этом в комментариях. И я хочу поделиться с вами еще одной важной новостью. В новом году я хочу дополнить свой авторский курс темой проекционных зон. Те, кто знаком с моей деятельностью, с моими работами, знают, что на нашем теле есть много зон, рефлекторно связанных с тем или иным органом. Или по-другому, представительство внутренних органов или проекционные зоны на теле человека. Знание этих представительных зон для специалистов висцеральных практик как карта по здоровью человека. Уже посмотрев на пациента, на его лицо и тело, проведя первичное обследование, применив пульсовую диагностику, можно оценить его общее состояние, понять, какие имеются, нарушения и с чем нужно и придется работать. В результате многолетних наблюдений я выявил много рефлексий, взаимосвязи внутренних органов с участками на поверхности тела человека. Человек — это непознанная книга, и работа эта продолжается постоянно. В результате этих наработок появилась необходимость перевыпустить плакаты проекционных зон. В следующем году вас ждет новейшее издание комплекта плакатов и дополненная книга «Методы функциональной диагностики». Все это вы тоже сможете приобрести в нашем интернет-магазине. Эти пособия очень пригодятся вам как в работе, так и в повседневной жизни. Для того, чтобы разобраться подробно с новыми схемами, мы ввели курс проекционных зон в третий авторский уровень образовательной программы. Для тех, кто уже прошел третий уровень, мы будем проводить отдельно семинар, посвященный только проекционным зонам и методам функциональной диагностики. Эти знания – важная составляющая для вашей профессиональной деятельности. Ну и буду рад видеть всех желающих в моей академии, готов научить вас и передать свой опыт, свои знания. Также готов к сотрудничеству со всеми, кому интересна эта тема. Друзья, на этой радостной ноте я еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. Будьте здоровы, счастливы, до новых встреч в новом году. Желаю вам новых друзей, желаю финансового благополучия, счастья семейного, личного и всех обнимаю. До встречи, друзья мои!